всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокси, кто-то и Рорка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 7. Пацаны, говорите привет. Всем привет. Здравствуйте. Рубрика у нас «Аниматроники пугают охранника». Кто-то сегодня у нас будет аниматроником, а мы будем три охранника. Жалко чувака, хороший был пацан. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Все. Понятно. Он ушел. И смерть тебя выключи. Так, конечно же. Хотел читерить, видишь? Все ты помнишь. А его вообще в прошлой серии не было, ну ладно. Нормально все. Следующая серия у нас будет тест ракет, потому что я скачал классный мод, и мы будем тестировать. Если вы хотите, ставьте плюсик. Мы снимем мод. Мы не просто будем тестировать ракеты, мы будем к ним всякие цеплять штуки и запускать в небо. Димас, догадайся по звукам, какой они утроник. Слушаю. А ты какой-то скрипучий ублюдок. Понимаю. Я слышу. Здрасте. Как-то так. Как-то так. Он что, уже пришел? Он уже и ушел. Пацаны, вы будьте внимательны. Что ж вы такие, как я, не умеете играть? Пацаны, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. У тебя тут крючок торчит через дверь, и ты очень палевно это делаешь. Еще и значок такой, внимание. На крючок иди сюда. Я тебя сейчас прострелю. Ау. Нет. Больно вообще-то. А я знал, что дверь не простреливается. Это больно. Это было обычно. Так, пацаны, что он там делает? Слышите эту музыку классную? И эту закрывай. Кстати, он один может играть как троем. Ой, че прикольный звук такой. Сплин, Бонни. Так, 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 так. Идем, идем, идем. Я его вижу, он тут валя... Ой. Он валяется здесь. Я успел. Я лучший игрок. Пока, по крайней мере. А, блин, я ж вспомнил. Пока. Я успеваю, я просто успеваю в последний момент. Пацаны, пока месяц мы хорошо тащим. Все получается. Вы хотите не на минималках? Ты ж не забывай, что еще вентиляция есть. Ну, вентиляция такой есть. Там только всего лишь один вход. Так, давайте вам смотрим. Немножечко страху. Это ты, да, этот звук конченый издаешь? Да. Понял. Чем бы нет. Я слышу. Но не вижу. Как? Крипово? Можно по звукам, его определять, ближе он или нет. Давайте пройдем. Он за углом стоит. Говно, я не успел в этот раз, пацаны, прощайте. Нет, не прощайте. Я никого убить не могу. О, да. Кого-то убил. Здравствуйте. До свидания. Нет. Взлом двери. Не понял. А, неуязвимость. То я не то нажал. Понимаю. Теперь ты можешь убить всех. Угу. Ой. А, ребята. Эй, ты что, через дверь убил? Нет. Он открыл дверь, я его убил, и автоматически дверь закрылась. Правильно. Так, я бы там на твоем месте так же самое бы сделал. Все легально. Ничего тут нету. Криминального. А знаете... О, я знаю, кем я... Там у нас хватает челепиздриков. Он этот... Чика... Как там? Шэдоу Чика. Так, так, смотрим, смотрим. Ребятки, откройте дверь, пожалуйста. Я вижу, ее какие-то копыта торчат через калитку. Я не понял. Кто это там такой наглый сейчас был? Кого тут сожрать? Я тоже по-умному залез сюда наверх. Если вас убьет, я буду текать. То вообще под столом. О, торчит. Спасибо. Спасибо большое. Не-не-не. Да-да-да. Эй-эй-эй, отвали! Отвали от меня! Не-не-не-не. Надо валить. Ай, я не могу. Ты жирный, понимаешь? Ты не можешь там пролезть. Понимаю. Надо маленьким быть, а ты очень много кушаешь. А я под столом сидел, как бы меня не заметил. Так, идем потихоньку. Куда я иду? Я не знаю, куда я иду. Что? Я знаете, как сделал? Как? Вы же очень сильно обожаете хороший звук. Да. Мочи. Что-то я иду километр. Иди-ка сюда, Фокси. Беги. Фокси, 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 Фокси. Фокси, Фокси.
Я не знал, что здесь такие большие вентиляции. Че, я вернулся назад? Гениально. Пацаны, я же вспомнил. Смотрите, что у меня есть. У меня же есть мод на мины. Так. Да-да-да, сейчас, ребята, я вам все покажу. Вот. Давай, мочи. Так, это не то. Открутите дверь, пожалуйста, спасибо. Вот, нашел. Смотрите, что у меня есть. Так, давайте мы их наложим здесь побольше. Тут, короче, заминировано немножко. Да, на них, кажется, где они летят. Понимаю. Ой. Они что, активировались? Я их активирую пока. А как они взорвутся? Из-за чего? На них наступишь, и они взорвутся. А, понял. Я этот мод еще не изучал, поэтому мы хотели его в следующей серии показать. Покажем сейчас какую-то уже оружку. Я пока нажимаю на мины, это очень опасно. Он может прийти. Давай посмотрим, как ты это делаешь. Ты что, ты самоубийца? У меня есть еще вот такие мины. А, вот это, по-моему, более такие сильные, что ли. Ну да, их там несколько видов. Они очень несколько... Ну, они много раз взрываются. Ой, прикольно. Я что-то не знал эти моды. Вентиляция. Ой-ой-ой. Господи, меня откинуло. Офигеть. Другой конец вентилятора. Вы чё? Чё там используете? Да это бы не получилось у нас там чуть-чуть. Давайте тут постоим, пока взрывы пройдут. Вы издеваетесь. Там мины взрываются. Я понимаете, ползу по вентиляции, никого не трогая. И тут бабах. Ого, они взрываются. Тут еще парочку мин прилетело. Да не надо эти, они очень плохие, они плохие. Они несколько раз взрываются, будет очень долго. А вот это вот. Вот эти вот. Здрасте. Я бегу. О, Дима. Не, вообще, только... Да я мин тут чуть-чуть. Они прям горят. Ага. А я завладел вашим офисом. Говно собачье. Ну как? Так, подождите, а есть еще какие-то у меня мины? А. Больше мин нету. Блин, хоть куча оружия. Так. Че он там, ушел? Ой, это не то. Давайте еще мин наваляем. Так, идемте минировать. Здрасте. Ладно, понял. Ой-ой-ой, аккуратно. Осторожно, пацаны, там мин немножко. Ой-ой-ой. Жесть, если они сейчас начнут взрываться, это будет жопа. А ты их не активировал. Я знаю. Я их могу жрать. Блин. Ого. Там взрывы какие-то. Я уже думал, на рабочий стол у меня вылетело. Я умираю постоянно. Это очень сложно. Ого, они так сильно взрываются? Я, оказывается, ваши мины могу жрать. И они взрываются при этом или нет? Нет. Просто исчезают? Вот. Да. Ах ты жопа. Ну все. Да, знаю, я так. Ой-ой-ой. Хаваем бомбы. Не хаваются. Да вы чё? Ой, наглёт. Здравствуйте. Да как? Да, кстати, меня эти бомбы, они стопят. А сколько они жизни отнимают? Много? Ну, так себе, если честно. Ой-ой-ой, это сложно. Опасно! Ого! Неприятно, конечно, но не столь так... Не блин, столь печально, да? Офигеть. Я возьму самого уродливого. Дима... Офигеть, что сейчас будет? Я буду лежать, наблюдать. Давай, пацаны, живите. Я даже к офису не могу подойти. Это специальные мины, которые много раз взрываются. Вы издеваетесь, я почти зашел. Открой. Так, вот это что, Strongman? Занято. Хочу все мины проверить. Его дверь я прижала. А, нет. Дима. Да. Обернись. Да подожди, не мешай. Взлом двери. Ой, подлагивает, пацаны. Сейчас поудалю чуть-чуть. Идите сюда, посмотрите на вход. Ой-ой-ой. Активируй. О! А по-моему, 20 только которые активировались. Это я.
13 именно есть. Ты вот тут невидимый. О, просчитала. Меня убило. Офигеть, что творится. Я, короче, знаешь, что решил? Сделать ПВП. У меня админский пистолет, а у тебя любой аниматроник. Выиграет сильнейший. Охранник против аниматроника. Заманчив. А ты зайди в офис, посмотри, что мы тут творим. На столе тут Фокси отдыхает без ног. У меня нормально. Ого. Давай, бери. У тебя есть один шанс. Знаете что, я тогда возьму аниматроника с радио. Давай, здорово. Мочи. Все, ладно. Ихи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!